Спасибо. Спасибо. Блакас играет в игры как женщина. Чего? Ну, Спанч Боб, он всегда такой нежный и заботливый, как женщина. Вы чё, придурок? Он просто не сравним с другими игроками. Но ведь мужчины тоже могут быть нежными и заботливыми. Это не зависит от того, как они играют в игры, правда? Дина, ты чё, дурак, что Конечно, ли, сука? Конечно, Спанч Боб, но Блакас играет так эмоционально, как женщина. Он постоянно выражает свои эмоции и страсти, как будто это его жизненный путь. Чего? Ну, Патрик, ведь это просто стиль игры. Каждый человек играет по-своему, и это не означает, что он похож на женщину или мужчину. Может быть, но я думаю, что это прекрасно. Блаблакас просто проявляет свою уникальность в играх, и это делает его таким интересным. Я согласен, Патрик. Мы должны ценить разнообразие и непредсказуемость в играх и в жизни. Каждый из нас может быть нежным и страстным, вне зависимости от своего пола. Вы продурасны. Кто это сделал? И да, Спанч Боб, кто это, сука, сделал? Мы должны играть в игры так, как чувствуем, а не просто следовать стереотипам. Ведь это всего лишь игра, и она должна приносить нам радость и удовольствие. Точно, Патрик. Татарстан Силов, Крем могиле, Татарстан Силов, Крем могиле, Татарстан Силов, Крем могиле, Татарстан Силов, Крем могиле. Ага, ты прав, Спанч Боб. Пусть он будет нежным и страстным игроком, как женщина, если это делает его счастливым. И забей на все стереотипы. 12 seconds late. Чё это за брат ебаный? Чё, сука, за брат? Объясни мне, блядь. Что, сука, за брат? Это же брат, лютый брат. Брат-бой, брат-гёрлс, брат-баба. Да я видел это, блин, сегодня. Вы мне уже скидывали пасыки. Это брат. Это брат. Что ты думаешь о том, что Денис Сухачев постоянно срет в трусы на прямой трансляции? Короче, ехал сегодня в город. Блять, какой-то больной на голову. Заехал мне в есть ли вариант подписать пену на наш хлеб? Какой дебил делает такое на прямой трансляции? Хотелось бы романтичный фит с Джулией Бурой выпустить, ну и по возможности 3XA Марская Гетто. Надо про помочь то, как ему мы выбраться из этой ситуации. Может, стоит предложить ему диету? Да ладно, не надо ему сразу диету. Может, стоит порекомендовать ему попить что-нибудь для укрепления желудка? А что, если у него просто нервы не выдерживают? Может, стоит посоветовать ему попробовать медитацию или йогу? Медитация? Йога? Ну ты тупой, как пробка спонжа. Он просто идиот, которому надо закрыть свою проклятую трансляцию и смириться с тем, что он говно в трусы. Может быть, у него просто странный фетиш, или он хочет привлечь внимание. Я бы посоветовал ему подумать о том, как ему помочь найти другие способы. Извращение тут помогает. Причины лежат в основе такого поведения. Хуйня. Это вторая часть, первой сегодня кидали, она была поинтереснее. Сквер, Варлох.